Новый год в новом доме. Ключи от новых квартир вручили детям-сиротам и многодетной семье в Батыревском районе. Вот это наша комната. Вот здесь будет стоять моя кровать. Вот здесь будет стоять твоя кровать. Дима и Ваня Ивановы уже вовсю продумывают планировку своей комнаты. Теперь семья из 7 человек поселится в новой трехкомнатной квартире и переедет из деревни Нижняя Тыкова в село Батырево. Даже не слов. Это уже, как сказать, очень большая радость. До этого, конечно, нам туговато было жить в комнате, потому что и кровати у нас двухъярусные, и там же стоит и компьютерный стол, и сумки, где уроки там делают. Поэтому по сравнению с этим, конечно, это сегодняшние условия, это уже сказка. Елизавета Бакшаева поселится в этом же доме. Ей, как и другим 11 новоселам, в этом году построили квартиру по программе «Жилье детям-сиротам». Уже весной девушка будет тут хозяйничать. Кстати, квартиру в этом же доме получил и ее брат. Очень долго ждали эту квартиру. Жили у бабушки. Но у бабушки хорошо. Надо отдельно жить еще лучше. В квартире созданы все условия, чтобы жить. Вот, горячая вода, холодная, отопление, вот, есть ванная, туалет. Да. Только в этом году на обеспечение жильем детей-сирот Батыревского района из республиканского бюджета выделили более 10 миллионов рублей. Наша обязанность муниципалитета, чтобы участвовать в этой программе, предоставить жилье, строить, предоставить жилье. Насчет этого мы активно работаем с подрядными организациями. На следующий год уже мы планируем, где будем уже строить такие квартиры. Первый фундамент уже начинаем уже ложить где-то в первом квартале 2018 года. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Александр Петров, Республика.